месседж для людей, которые пытаются стать лучшими игроками, с лучшими версиями самих себя. Если у вас есть проблема с оборудованием, у вас мышка лагает, как у меня дабл-клик, или у вас USB-хаб не работает, или еще какая-нибудь хренотень, не садитесь играть ни в MM, ни в Faceit, ни в ESEA, куда угодно, не садитесь. Не портите себе жизнь, не портите жизнь другим, потому что из-за вашего косяка с оборудованием вы не можете играть на полной мощности. Вы прекрасно об этом знаете, но, к сожалению, не все могут сразу все это устранить. Поэтому не играйте, пожалуйста. Message ended. Что, добрый вечер, дорогие друзья. С вами Дэн. Я вас приветствую на канале Ведьи Мультигейминг. Бу-бу-бу-бу. Бубукач. Бубукач включился. Главное, чтобы это не Бубукач не превратился в Бурурыч. Блин. Зараза. У меня там куча вкладок было открыто. И они пропали. Зараза. Я думаю, чё не так? Блин, твою налево, у меня тут 270 вкладок было, я хотел посмотреть. Мне тебе придется по крупинкам это все устанавливать. Шикарно! Заебись! Жалко, что мне похуй! Хорош! Нихрена себе я тут порешал. Блин. Знаете, что мне что самое страшное? Я буду сейчас сталкиваться с мискликом. Там жестким мискликом. Да, вот для чего надо знать консольные команды. А теперь понимаете, почему надо мышь менять вовремя? Вот из-за таких моментов. Самое имбовое оружие выбрал. Пойди сюда. Сука, просто хочется в ебало ему ударить. Просто какой он тупой. Без понятия, что говорить. Я без понятия, что делать. Я только что сделал херню. Но ничего страшного. Бывает. Какой-то собственный TeamSpeak. Вы чтобы понимали, только я говорю. Честно. Мышь меня, понимаешь, периодически потряхивала. Но сегодня она сказала, что у меня сегодня будет бенефис, а по факту это является апогеем. Претензии поняты и приняты. А теперь уёбывайте отсюда нахуй. Слушай. Да... Перестань, бразец. Да, теперь вы все дружненько решили пойти на... Шикарно, спасибо. Что ты так пыхтишь-то? Нет, не хватит, поэтому, пожалуйста. Fucking bitch! Соси... Леденец. Твою мать. Отлично. Ну, блин, ты взял такое оружие, которого процент того, что ты процент попадешь полжизни. Процент полжизни. Я придумываю новые понятия, терминологию. Процент полжизни. Короче, ребят, мне по барабану там читы у них, не читы. Возможно, уже читаемые читы, может, не читаемые читы. В общем... Наша задача взять 10 раундов. Да, это уже такое, тактика уже считай, сдался, но, ребят, с учетом всех проблем, я не представляю, как можно нормально играть в Counter-Strike. Пиздяривать и хуяривать. Вот это я хочу видеть. Pit One. Что-то... А, ну да. А, должен догадываться, был ты на поздних таймингах, что уже там точно кто-то в яме появится. Я такой, о, здрасте, о, бум, до свидания.
ты кто такой? Давай, до свидания. Мем из 2012 года. Здрасте. Меня на кухне ждет сейчас очень вкусный салат. Охуительно. А еще думаю, то, что, сука, 270 складок закрыл в опере. Я тебе сейчас каждый должен будет восстанавливать. Фак! Бич! Как же мне остопиздило это дерьмо? Не-не-не-не-не, с моей дабл-клик мышью нет, я такое вообще сейчас не позволю себе сделать. Что-то наши быстро отдались. Well, this is piece of shit. Не будь. В следующей жизни. У меня будет нормальное оборудование. Я не буду закрывать ненужные вкладки. И мы будем нормально жить. Ты чё плачешь сейчас? Это коллапс. Это пролапс. Коллапс, как хотите, называйте. Сейчас грохнут. 16-5 мы проигрываем. Это был кобзец. Скажу вам честно. Я честно вот не пойду второй катать, пойду в фановые какие-нибудь режимы.